мероприятий, которые пройдут и завтра, в том числе и... А я кобрança на фалту, levantamento pro meio! Gol da Nigéria! Ничел, но никак не мог забить этот форвард. Кстати, может действовать и справа, и слева. Но какой уже все-таки просто потрясающий, на мой взгляд, лучший игрок команды Джагон. А может быть, один из лучших на этом чемпионате. Крайне симпатичный футбол, это раз. Говорящий, но кому-то, кто, не знаю, Ген Арена в Стамбуле. Сейчас начнется матч, который определит судьбу этих команд. Матчи, которые пройдут. Нет, ну понятно, что забить с такого угла было непросто. Вряд ли мало.